При входе на территорию Северского рынка покупателей теперь встречает такая картина. Раньше здесь продавали свежие овощи и фрукты, а сейчас прилавки резко опустели. Все дело в начавшейся реконструкции торгового объекта. Продавцы по-прежнему работают на рынке, только теперь они переехали в крытые торговые ряды. Также на рынке убирают часть торговых рядов. После демонтажа участок немного поднимут, чтобы рынок больше не затапливало при сильных осадках. А в будущем на месте этих рядов планируется построить здание. Но все это пока только на стадии проектирования. В данный момент проходит оформление документации. Ориентировочно завершить работы планируется в следующем году.